Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, на канале Link Game, и давайте мы сейчас кого-нибудь тут качнем. Давайте качнем тардалозавра, тот, что похож на аласинозавра. Да, он что тут по мультислияниям, да, вот наши аласинчики, ну, упирается у меня все в тарбозавра, да. Ты ж тарбозавр, надеюсь, да, тарбозавр. И тардалозавр, ну ладно. 150 тысяч, и у нас уже 28 уровень. Так, ну, в общем-то, прекрасный результат. Давайте сейчас мы сюда зайдем. Давайте тут тоже что-нибудь соберем. Так, две скорости. Так, дайте мне необычных тарбозавров. Насыпьте, пожалуйста, пару десятков тысяч. Ну, тоже плюс 2. Обычных насыпали, но не тех, что нужно. А, так, смотрите, у меня уже тут 4486 очков. А, вот все. Так, никак. Где вот? Вот здесь арена, да? У меня чуть-чуть не хватает, чтобы перейти вот на следующую арену, на птичий вольер. Так вот, ну, думаю, скоро мы туда попадем. Так, а начинать мы будем, вот, есть у нас такая вот битва за редкую приманку. Здесь у нас 4 соперника. Так, что они у нас тут из себя представляют? Защищает команда легендарных существ. Кто у нас тут? Легендарный Кентридж, Гарга, Жираф. Это Жирафич же у нас, правильно? Жирафич и Келенкин. Ну, чё тут из такого? Ой, по-моему, тут кроме Гаргича никто броню не пробивает. Ну, один, да, только пробивает броню. А в целом они, да, замедляют. Замедляет. И нет. Ну, не знаю, чё, кого взять. Давайте я вот, ну, один тардалозавр распетляет же их всех. Наверное, да, легко слишком будет. Один тарадалозавр. О, давайте вот этого парня. Вот эти. Давайте возьмем вот такую вот команду. Я, по-моему, еще вот этого парня качал. Ладно, попробуем тогда с Меланемисом. Я его тоже качнул немного. Посмотрим, на что он способен. Он в топовых командах. По-моему, я могу его еще дальше качнуть. Да, по-моему, могу. Давайте с него будем начинать. Он мне тоже понравился, я помню, в прошлых сериях. Так, ты вообще-то у нас не с... не, с Меланемис. Так, дайте вспомнить, как там тобой пользоваться правильно. Ну, на него подменяться надо, да? И он устойчив к параличу. Двойной урон. Так, это я не пробью. Ну, давайте замедлимся. Он сейчас меня будет тоже замедлять. Посмотрим, останемся мы ли первыми, походу. Ага, он очистился. Зараза мелкая. А, ну у нас иммунитет не кислый. Вот это же обидно. Ну, может, кританет? Ну, 5% шанс крита. Ам-нам-нам. Ну, щит, конечно, да, его спасает. Ладно, у нас противников много. Давайте мы-ка себя ускорим, что ли. Точнее, увеличим урон. Уклонились. Очень даже шикарно. Блин, ну что ты будешь делать? Обидно, такой сильный удар. Ну что поделаешь? Блин, 2400. Так. Давайте так же само попробуем сделать. 700 уклонились.
Ну как так? А, ну может кританет? 2400, а? 2700. А почему 2700, если там было 2400? Очень странно. Так, он сейчас будет уклоняться, да? Шаг в сторону. У нас есть снайперский удар. В общем-то, надо было его пробивать сразу, чуть я. Ах ты ж гад-то такой. Ну, я подмену не использую, потому что наша задача завалить всех именно с Неонемесом. Так, ну, думаю, тут уже можно сваливать. Ам-нам-нам-нам, я выгрызу тебе мозги, глупое создание. Ну, у нас же кентрозавр да стегозавриды, а стегозавриды это у нас самые глупые существа. Ну, и моностеготопс, как видите, тоже умом не блещет, атаковал воздух. Так, ну а мы продолжаем. У нас есть такая вот эпическая башня. Здесь довольно-таки неплохие. Мы еще два боя здесь проведем. У нас довольно неплохие противники. Уровень такой у них неплохой. Я хотел моностеготопса обкатать. Вот моностеготопсик. Наверное, давайте моностеготопса возьмем потом. Сейчас возьмем. Может пойти... Так, а ну-ка, а ну-ка. У нас тут есть еще рядышком из Индоминуса Джен 2 там кто-то. На каком они у меня уровне? Чё-то далеко они. Далеко чё-то они. Так, Эрлика Гамму, кстати, вот ловил, да, недавно. 15 уровня, что ли, они у меня все? Вот ты... Ну, его быстро вынесут. Так, блин, а где? Я пролистал где-то, да? Анаконды здесь. Где-то я пропустил. Или он мне 20 уровня? А, чё-то, блин. Индораптор, я же его уже взял. Я ищу Индораптора Gen 2. То есть, ё-моё, я же его уже давно взял. Так. Так, 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 ну тут не важно, кого будем брать, мы его не будем использовать. Попробуем обычный Индоминус, наверное. Его вынесут довольно быстро. Вообще-то я хотел необычного. Так, что ты будешь делать? Вероятно, будет снижать урон. Ладно, уходим в инвиз. Ах ты ж гад! Чё-то я на это не рассчитывал, да? Я думал, сейчас еще и пробьет. 2500, блин, да. Удачно он так. О, хорошо, это нам фартануло. Хотя, не скажи, что фартануло, да? Он бы нас так вынес. Ну давай, мод 2. Очищение, ускорение, плюс 50 к урону, на один ход противника и на два своих. Нет, что-то мне вообще как-то не привлекает сейчас усиливать кого-то. Вот это пощечина, такая у него рука мощная. Давайте его тоже так добьем по-легкому.
на тебе еще эту пощечину. А, ну да, их всего двое было? Ну так, неплохо, да, разобрали моего индоминуса 21 уровня. Так, дубль 2, идем теми же ребятами, начнем уже с индоминуса джин 2, эпического. Там у нас будет аланкилозавр, или как его зовут, бронированный птер. Да, аланкилозавр. Так, что там он может сделать? Ну, он скорее будет защищаться, потому нам нужен инвиз. Так, ну этого мы пробьем сразу же. Ну и короткая защита ему не поможет. Вообще, да, вот я сколько не пробовал сражаться аланкилозавром, он вообще какой-то бестолковый. А, усиления не было. Первый ход шибе уклониться. По-моему, на следующий ход атаки. Атака Х2. А где же там был Х2? А, она сквозь щит не проходила. Вот это обидно. Не сквозь щит. Черт, подивуй. Тут, наверное, было проще вот этим ударом. Первым его пробить. Наверное, толку было бы больше. Но непобедимость там не страшна. Ну, смотрите, да? Этот продержался лучше. Так, ну попробуем повторить наш фокус. Не фартануло, пробил. И он быстрее. Был быстрее. Так. Ну, хоть на этот раз уклонился. Но слабенько. Очень слабенько. Еле-еле живой остался. Один хелс! О, черт, подлюли, как это могло случиться? О, блин, один хелс. Я сейчас отгребаю. Он же сейчас как зарядит. И нейтрализация. И крит. Блин, нам хана. Хана пробивает. Вот это поворот. Вот тут один хелс. Конечно. Подпортил все. Так, ну, погнали, ребята. Давайте начнем с Индораптора. Так, броник. Так, пробиваем броню, да, ну давай так. Ой.
Это очень обидно. Вообще не по приколу. То есть он нас замедлил, он нас замедлил, я ему дал силу на удар. Не нравятся мне вот эти удары. Надеюсь, уклониться. Блин, не фартануло. Ну что ты будешь делать? Ну, тут надо сквозь щиты пробивать, потому что он, скорее всего, мог непобедимость какую-то использовать. Так, ну вот этот парень, конечно, парень жесткий. Атака X2. Так, ну по крайней мере уклонились. А теперь? Блин, не, ну два уклонения это, конечно. Ну она того стоила, ну блин, это. Это не по фен-шую. Ну, на этом, ребятки, с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.